Турнир Eagle FC Selection представляет вам следующий бой на легчайшем весе. Внимание, синий угол клетки. Приглашается Исраил Гаджи Агаев. Итак, давайте встретим бойца красного угла клетки. Саид Ахметка! Моя игра 98. Баста. Баста. 2-2-0-6. Она мне принадлежит, ведь таким же, как я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ведь таким же, как я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ведь таким же, как я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из нос? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам для себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Итак, бой в наилегчайшем весе. Приветствуем бойца синего угла клетки. Боец, представляющий город Махачкала, возраст 22 года, вес 57 килограмм, рост 164 сантиметра, профессиональный рекорд. Одна победа и ни одного поражения. Исраил Гаджи Агаев. Его соперник в красном углу клетки. Боец из Ростова-на-Дону. Возраст 20 лет. Вес 57 килограммов. Рост 165 сантиметров. Рекорд. Одна победа и ни одного поражения. Приветствуйте, Саид Ахметхана! Бойцы на середину. Готов? Готов? Бой! За правой рукой. За правой рукой. Руки не отпускай! Остановись! Ближе, 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 ближе,
Сейчас можно. Снизу. Лапу готов. Деньги снизу, деньги снизу. Хорошо, блин! Давай.
левую руку, левую локоть поставь, если вас Итак, уважаемые дамы, уважаемые господа, единогласным решением судей победу одержал боец синего угла Исраил Гаджио!
Исраил, поздравляем тебя с победой. Тебе слово. Всем салам алейкум. Я хочу сказать спасибо адрес моей школы Абдулманапа Магомедовича за то, что они дают нам бои возможность проявить себя. Также хочу отдельно сказать тренерам нашим индивидуальным. Это тренер по тайскому боксу Магомед Мухаммад Амзор и Ажимурат. И в очередной раз хочу посвятить эту победу своим родителям. Всем салам алейкум.